Вот привезли лагерь, где прорыв был старый, обнаружили его. И он как раз тут и промокает. И с той стороны. Помаленьку совсем носите, вываливайте. Исааки пришел, слава Богу. Вот. Нестор, Никита, Сергей Пупков. Они подносят там лишку земли, где было много, сюда, чтобы нам зацементировать. Самонить так называемую. Мы с Володей тут мажем. Вот, сено привезли. Переворачиваем. Вот думаем поднять воду еще выше, сантиметров на 70. Ну, пугают, что прорвет. Ну, прорвет, она и так прорвала. А если закрепимся на этом, ну, то значит, тогда рыба будет зимовать. Вот это лог. Большой лог. Последствия нового потопа. Вон там, видать, макушка дерева, березы. Вот она где. Она в лагу тоже, там лог поворачивается. Это вот вторая плотина. Жаркий день. Вчера я тут был, посмотрел и сразу забил тревогу. И сегодня мы приготовили... Сколько свай, не знаю, но не менее 50. Вот сейчас смолить будем и забивать с двух сторон. И самонить. То есть двойной замок поставить, чтобы весной. А то нынче только насыпали. Земля-то насыпана неутвержденная. И она так легко размокает. Там видно уже. Она размокает и превращается в грязь и уходит вниз. Кто-то бросил, уже и бутылка валяется. У русских все так принято. Ну вот это заливная начинает. Этот островок тоже должно залить водой. Вот так. Какие облака прекрасные. Вот работа. Как хорошо, что есть где работать.